Всем привет, друзья! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня с вами вновь идем в магазин низких цен, магазин Светофор. Посмотрим, какие новинки и какой здесь ассортимент. Я сейчас нахожусь в Курске, на Республиканской, где оптовые базы. И здесь очень приятно, что магазин работает с 8 часов, до 8. Прям хорошо, обычно они у нас с 9 все. Желаю вам приятного просмотра. Пойдемте посмотрим вместе. Что же здесь у нас новенького? Надеюсь, что ассортимент будет хороший. Так, при входе сразу вижу стеллаж за 2 316. Сразу скажу, что мне недавно писали в комментариях, что такой приобрели. Очень красиво смотрится, написали. И очень понравился он по качеству. Он в светлом цвете. Вот эти вот трубы, хромированные вставки. Я как-то показывала вам его в собранном виде, он был. Здесь не видела его в собранном. Размер 800 на 1896 на 290 миллиметров. Так, рядышком здесь у нас по мебели комод Бася. Называется ЛДСП материал. 3192 рубля 790 миллиметров на 800 на 414. На 4 ящика он. Так, вот он здесь есть у нас в картинке. Но помню, что мы с вами тоже такой недавно видели. Удобный комод. Как была раньше тумба-бельевица, только сейчас комод с ручками сделали. По-моему, шикарно. Здесь у нас скамейка дачная перевертыш. Тоже очень удобная. 719 рублей. Очень бюджетно. В порядке мы с вами такой видели за 1500. Так, еще не разобрали. Здесь у нас есть гриль переносной. Угольный с крышкой. 1130. Тоже шикарно просто за такую цену купить такую вещь. Высококачественная сталь. Тоже вам уже показывала его. Но вот такой гриль только здесь вижу, только по этому адресу. Так, ну и идем с вами дальше. Интересно, что здесь есть из моющих чистящих средств, порошок. Сейчас будем смотреть. Помню, что вам показывала в прошлый раз в одном из обзоров. Именно по этому адресу очень было много порошка Бимакса. Прям завалы были. Но сейчас не вижу его пока. Вот такой вот шланг. Отзывы очень плохие. Поэтому смотрите сами. Стоит он 819 рублей. 20-метровый. Поближе информация, смотрите. Трехслойный. Ну и не знаю. Писали, что очень быстро прорывается, но, в общем, не понравился он в использовании. Смотрите, сюда также завезли к нам кашпо. Очень красивые, яркие. Тоже один раз вам их всего лишь показывала по 83 рубля. Они трехлитровые. Ценник очень достойный. С поддоном, не забывайте поддон покупать. Красивые формы, цвета все яркие. И материал пластика достойный, я вам скажу. Он, знаете, такой эластичный. Мне нравится, когда пластик эластичный, он сразу не треснет, не лопнет. Цвет коричневый, зеленый. Очень красивый, смотрите, какой малиновый. Нежненький розовый есть еще. И, по-моему, вот здесь вот еще оранжевый лежит, не распакован. И мне еще нравится, что фиксируется хорошо поддон. Видите, как берешь и все вместе сразу. Так, рядышком у нас новые привезли, можно сказать, модельки. Леек. Лейка садовая на 10 литров, 185 рублей. Не вижу, она, наверное, без рассеивателя идет, потому что это не указано на ценнике, и они здесь не лежат. Ну, такая вот форма, более квадратная. Ну, в принципе, в руке удобно, знаете, держать. Ручки, смотрите, здесь боковая и наверху есть. Ну, в общем, отличный вариант. Если покупали, пишите, друзья мои. Пластик здесь хороший, достаточно жесткий. Не удержалась, достала для вас, показать вам поближе, еще и кашпо оранжевого цвета. Еще видела, что есть поддон белые. Значит, а вот там вот, смотрите, вдалеке они еще есть и белые, да, эти кашпо. Вот он, белый поддон. Хотя, как розовенький смотрится, может быть и нежно-розовый там. В общем, мне понравилась эта новинка, классная. Опрыскиватели, заметила, привезли большие по 961 рублю. 9-литровые, они помповые. Пластик, конечно, очень жесткий. Вот здесь вот есть в открытом варианте. Покажу вам поближе. Раньше у нас были вот такие вот маленькие, они ручные, 3-литровые. Здесь уже система немножечко другая. Ну, естественно, он больше. Намного.
Напишите, пожалуйста, отзывы свои, друзья мои. Что скажете, как по качеству, кто покупал? Так, заметила, еще новые привезли к нам пищевые баки. Понемножечку все-таки товар подвозят, находят новых, видимо, поставщиков. Бак пищевой с крышкой на 80 литров, 749 рублей. Белая крышка, и сам бак тоже белый. Естественно, все это пластиковое. Как-то очень давно к нам привозили уже вот такие вот маски. Я даже не знаю, наверное, год назад я вам показывала, помню, летом. Сейчас они снова у нас в продаже. Ценник у них 549 рублей. Кстати, если я не ошибаюсь, примерно так они и стоили. И хамелеон называется эта маска сварщика. Здесь она регулируется. Ну, в общем, такой вариант интересный. Тоже напишите, пожалуйста, может быть, покупали уже. Может быть, можете уже сказать что-то по качеству. Так, а я сейчас вам покажу поближе вот здесь вот информацию. Здесь руководство пользователя. Ну, вся-вся информация. Вот смотрите, технические характеристики. Ну и вот из чего она сделана. В общем, вся информация интересующая есть на вкладыше. Также заметила, что вновь привезли к нам огромные боксы. Они аж на 100 литров стоят 697 рублей. Крышки-створки здесь, я вам уже их не раз показывала. Они у нас пропадали, сейчас вновь появились. Поэтому смотрите, у нас таких 3 штуки. Можно использовать и в гараже, и на балконе, для детских игрушек. Ну, в общем, применение огромное. Так, вот здесь вот у нас еще боксы, такие контейнерочки. Они получаются на колесиках, 4 колеса. Но сам пластик, я бы сказала, не плотный, ну тоже такой эластичный. Лопнуть сразу не должен. Стоит 353 рубля на 36 литров. Он с крышкой, этот контейнер. Крышка вот такого цвета зеленого, защитного. Здесь у нас небольшие коробки для хранения. Также с крышками. 117 рублей на 7 литров. Крышки, кстати, по цвету очень подходят контейнерам, которые сейчас смотрели на колесиках. Тоже такие защитные. Так, и вот здесь вот еще у нас для детской будут хорошо смотреться. Яркие, зеленые, тоже контейнеры. Они на 18 литров с белыми крышками. 195 рублей. Кстати, крышки фиксируются. Вот здесь вот есть такие защелки. Я знаю, что многим это очень важно. Идем с вами дальше. Следующая новинка. Станки одноразовые. 10 штук их в упаковке. По 69 рублей. Что-то подобное, конечно, уже в продаже в светофоре было, но очень давно, сделано в России. Два лезвия покрытых платиной, да? Ну и 10 штук, в принципе, ценник очень бюджетный. Все они синего цвета. Так, идем с вами дальше. Вот здесь вот новинка. Средство для очистки труб. Литровый. По 40 рублей. Нарисован крот. Надеюсь, что будет справляться хорошо с засорами. Смотрите, новое средство у нас здесь появилось. Минута. Чистящее средство антижир. Первый раз вижу такой формат. Оно зелененькое, с распылителем сразу. Эффективно удаляет жир, грязь, копоть и никотиновый налет. Стоит 81 рубль. В этом флаконе 750 грамм. Зубная паста ПроМис по 40 рублей, 145 грамм. Здесь средство универсальное, чистящее, 10 в одном. Тоже давно его не было. Знаете, для поддержания чистоты очень даже неплохо. Бюджетно 49 рублей. Рядышком соль для ванн по 58. Кто-нибудь покупал, напишите, пожалуйста, очень интересные отзывы. С экстрактом водорослей, 2-килограммовая. Мыло хозяйственное. Порошкообразная, представляете, для автоматической и ручной стирки. То есть можно добавлять в машинку смело, без запаха. По 54 рубля за 300 грамм. Еще один формат появляется у нас во всех магазинах города, светофор. Жидкое хозяйственное мыло 5 литров, 169 рублей. Мне уже писали отзывы, девчонки, что очень понравилось, многие покупали. В некоторых городах есть оно уже, привезли, видимо, ранее.
И вот здесь вот у нас еще средство для мытья стекол «Минутка» по 55 рублей, 750 миллилитров, тоже с распылителем. Я такое покупала, в принципе, не вау-эффект, но все равно с усердием можно помыть и зеркала, и окна. Далее у нас чистящее средство для кухонь, антижир, 500 миллилитров, 56 рублей. Бюджетный вариант, средство для мытья посуды, здесь литровый формат. По консистенции я вам скажу, что среднее, оно не жидкое, стоит 70 рублей. Раньше похожее было, но ценник был дешевле. Может быть, это качеством получше будет. Далее у нас гель для душа по 74 рубля, он литровый. Следующий вариант, еще один гель для душа с другим ароматом просто, а так тот же производитель, 86 рублей. Это все производитель Россия. Далее мыло жидкое Дуру Олива с дозатором, литровый формат упаковки, 95 рублей. И вот здесь вот у нас гель-пена «Детская принцесса», 650 миллилитров, 105 рублей. Уже писали отзывы, очень многие покупают, когда появляется в светофоре, тоже ценник бюджетный, а вариант очень хороший. На сегодня свой обзор я буду заканчивать, но обязательно будет предложение. Сходим с вами еще и в продукты, посмотрим, что нового в холодильнике. И, в общем, по посуде покажу, наверное, в следующей серии. Спасибо за ваше внимание, лайки и комментарии. До новых встреч, всем пока!